взводы боевые, полыхала Родина огнем. Выходили в жаркие походы, за своим учителем вождем. Нас водили в бой товарищ Сталин, первый маршал Ворошилов Клим. И врагов мы далеко прогнали, за границы сталинской земли. Песня, песня, огненной ракетой, позови родные города. Мы берем победу за победой, не сдавать не будем никогда. Мы берем победу за победой, не сдавать не будем никогда. Счастлив я, и вы, и дети наши, и повсюду счастье урожай. Это счастье с большевистских машин, собирать и сколько успевай. Всех проучим памятным уроком, кто ворвется в наш советский дом. Из-за ока вышибем за ока, а за зуб всю челюсть разобьем. Песня, песня, огненной ракетой, назови родные города. Мы берем победу за победой, не сдавать не будем никогда. Мы берем победу за победой, не сдавать не будем никогда. А девчата, наши патриоты, не одна от нас не отстает. Эти парни водят самолеты, эскадрилью девушка ведет. И ребята, есть одна забота, подрасти бы только поскорей. Чтоб водить как в новом самолете, быть бойцом республики своей. Песня, песня, огненной ракетой, подари родные города. Мы берем победу за победой, не сдавать не будем никогда. Героической обороне Тулы посвящается. Валя, ну расскажи, расскажи, Валь, что вчера было, а? Отстань. Валя, ну ты будешь сегодня разговорчива или нет, в конце концов? Молчит. Валя, ну делись уже, хвастайся. Может, ничего и не произошло? Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки, нега во взоре. Мне обещают радости рая. Бедному сердцу, так говорил он, бедному сердцу, так говорил он. Молчит. Я поняла. 3, 4. Но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил он. Ай, не любил меня. Да не в этом дело. Я не узнаю вас, девочки. Сплошное веселье и радость. От чего? Вообще видели, что в мире делается? Война началась. Эвакуируют предприятия, выдают патроны, броневые щитки для ведения огня из автоматов и винтовок. А в цехах сколько заложили? 18 тонн, девочки. Война, война. Да она мне все планы испортила. Неужели нельзя о чем-то другом подумать? Или как-то жить дальше? Девочки, ну же, ну она же там, далеко. Там. А я, может, мечтала артисткой стать, выступать на большой сцене. И вижу, как цветы к ногам стелятся.
Аплодисменты, крики, браво, браво! А если ребят заберут? Нин, Кольку твоего, если заберут. Оль, а Ваня? Девочки, об этом и страшно подумать. Промышленных предприятий. Было объявлено о записи в ряды защитников города. Добровольцев набралось на один полк численностью 600 человек. Вооружали их старыми винтовками, учебными пулеметами и бутылками с зажигательной смесью. Был и некоторый запас ручных гранат. Тысячи женщин вышли строить фортификационные сооружения. 25 октября, день наступления немцев на Тулу. 26 октября немцы заняли Чернь. 27 октября немцы заняли Плавск. 28 октября фашисты ворвались в Щекино. 29 октября Гудериан походным маршем двинулся на Тулу. Он был уверен, что приказ взять город сходу будет выполнен. Путь на город открыт. А я уже переживать начала. Валь, тут такое дело. Пошла на курсы медсестер. Тебе учиться надо, говорил Витя. А мы разве не учились? Нас всех война научила. Напрягая последние силы, среди дыма, в бинтах и крови, гибли наши ребята, остатки дивизии. Не давая фашистам к Туле идти. И волна за волной самолеты немецкие. Артиллерия ярилась, землю грызя. Но на Косой горе задержаны танки. 21-29 октября. Мы с братом бежали к дому, а над нами оказался самолет немецкий. От него отделилась черная груша. Это была фугасная бомба. Через несколько мгновений раздался страшный взрыв, гром, земля затряслась. Бомба упала прямо в дом, где жили мои одноклассники и ровесники, друзья.
ней мечтают дети. Пусть только смех взрывает тишину на радостной, безоблачной планете. Над вьюгами и стужей седыми вновь торжествует юная весна. И как огонь с водой несовместимы, несовместимы дети и война. Маша, Маша, помоги, помоги. Очередная атака. Боевое состояние рабочих и чекистов на пределе. Мучает сознание. Немецкие танки вот-вот ворвутся в город. На помощь пришла 32-я танковая бригада полковника Ющука. 50 дней стояла 2-я танковая Бадыря. Армия Бадыряна у стен Тулы. 17 декабря 50-й армии генерала Болдина и конники генерала Белова заняли город Щекино и погнали фашистов дальше. Оля, дай воды. Оля, воды. Оля. Для чего нужны знамена? Чтоб напомнили шелка. Гибель тульских батальонов, кровь рабочего полка. Тот октябрь, холод зверский, в ожидании атак. Перековский, пионерский, так тогда он звался пар. На шоссе и у обочин, в телогреечке одет. Лег здесь Тулы, свет рабочий, лег учитель и студент. В башмаках почти что летних не пускала, видно мать. Лег поэт, белобилетник, не умеющий стрелять. А еще в венок церквушки комполка увидел сам. Как бурьяне на опушке пал Агеев комиссар. Как несут его ребята за деревья на руках. Как горит огонь заката на стволах и на штыках. Победили страшной кровью, ярой волею одной. Гаснут красные знамена, перечеркнут алый шелк. Но за мной побатальонно рай святых, рабочий полк. И сестра их здесь, конечно, камышинка и друзья. Са, чтоб жить на свете вечно, санитарка из Заречья, с опытом военврача. А еще, светясь в аллеях, блески листьев и штыков, комиссар идет Агеев, командир идет Гашков. Ради Тулы, внуков ради, те, что выстоять смогли, не сдадут они ни пяди, ставшей кровью их земли. И шагает полк рабочий, рать верховных полномочий, чтоб не гас во тьме веков. Как тогда в те дни и ночи Красной площади флажочек Тульский красный далеком. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Ура! Ура! Народ! Великой Отечественной войны сражаться за Родину отправились почти 470 тысяч жителей региона. 89 тысяч человек погибли. Еще 90 тысяч человек пропали без вести. 3 тысячи человек погибли во вражеском плену. В общей сложности домой не вернулись более 180 тысяч человек. Просим всех встать. Склоним голову перед величием подвига советского солдата и почтим память павших героев минутой молчания. Thank you.
На большой земле однажды кончилась война. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть все это, лишь бы не забыть. Это память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война. Оборона Тулы имела важное стратегическое значение в битве за Москву. На подходе к городу удавалось оставлять противника более месяца. Это серьезно измотало немецкие войска, а советской стороне дало время на подход резервов и укрепление столицы. Благодаря Тульской оборонительной операции советскому командованию удалось стабилизировать ситуацию на южных подступах к Москве. 27 Туликов стали героями Советского Союза. 7 декабря 1976 года указом Президиума Верховного Совета СССР Туле было присвоено почетное звание города-героя с вручением медали «Золотая звезда». В честь защитников Тулы прославившись ее своей выдающейся деятельностью, в городе и его окрестностях было установлено 430 активистов в реальном доме. В 1968 году был сооружен мемориал героическим защитникам Тулы в Великой Отечественной войне. На невысоком постаменте стоят советский солдат и ополченец с автоматами в руках, символизируя всенародность борьбы и братское единство. Первый в СССР вечный огонь был зажжен в поселке Первомайский 9 мая 1957 года в память о павших в Великой Отечественной войне. С каждым днем мы наблюдаем, как растет на глазах, меняется наша любимая Тула. Там, где проходил передний край обороны города, на месте окопов и укреплений протянули широкие улицы, выросли новые дома и новые кварталы. Наш любимый город Тула знает славные дела. Тула немцев повернула, Тула немцев прогнала. Гнали мы Гудериана, говоря такую речь. Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Для врагов наш город страшен, он могуч стеной штыков. Будут петь потомки наши о геройстве Туликов. Все стояли мы на страже сердцем пламенным горя, одолели силу вражью. Тула, родина моя! Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем участникам битвы за Москву, за оборону Тулы, оставшимся в живых. И склоним голову перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, но не пропустил врага. Мы все в неоплатном долгу перед ними. Низкий поклон вам, мужественные герои Великой Отечественной войны! Родилась на свет русская земля.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые ветераны. Мы благодарим всех, кто пришел на наше мероприятие, чтобы вспомнить те военные годы, когда наш город находился на переднем крае обороны. Вспомнить времена, когда совсем еще дети наравне с родителями ковали победу. Мы приглашаем на сцену Шейн Николая Григорьевича, руководителя городского общества «Знание танков». Дорогие друзья, вот мне уже скоро 90 лет, и я думаю, а есть ли на свете еще такая страна, как Россия? Чтобы народ был так един, как нигде, в самые трудные времена. Ведь то, что произошло в Великую Отечественную войну, когда, начиная от Бреста и до Дальнего Востока, все были едины в том, чтобы победить врага. Это небывалое в истории человечества. Я хочу на примере маленькой деревни, где я жил в войну. А когда война началась, мне было 7 лет, поэтому я помню, если не каждый день, то все памятные дни, 4 года, 1418 дней, все остались в памяти. И сказать о некоторых людях. Покажите деревню мою. Ой, ничего не видно. А, нет, не то, ничего. Первая самая деревня, Черновка. Вот, деревня Черновка. 60 домиков небольших. Вот здесь школа. Здесь вот где-то был мой дом. Здесь речка. Это у меня в памяти на всю жизнь. Сейчас этой деревни нет. Но я хочу сказать о тех людях, которые там в войну были. Вот покажите дальше. Вот, вы понимаете, Никифоров Дмитрий. Его все в деревне звали Дед Бардан. Ну, наверное, потому что у него борода, да? Чем он замечателен? Он до войны, и в войну, и после войны всю свою жизнь был конюхом в колхозе. Выращивал кавалерийских коней для Красной Армии. В Первую мировую войну он воевал тоже с немцами. Он был сосед мой, и он был мне как отец. Почему? Потому что отец погиб в первые годы войны. Мать у меня тоже умерла рано, и поэтому мне, как говорят, все для меня были родными. Вот этот человек, на которого я равнялся и равняюсь. Вот смотрите, фотография единственная, и снята она где? В Москве, на сельхозвыставке, куда он привозил своих кавалерийских коней. Больше его фотографии нету. А одет он, посмотрите как, во все свое. Шапка из овцы, шуба из овцы, валенки из овцы. И все это своими руками. А во время войны все это шло на фронт для наших бойцов. Дальше покажите. А вот это мой старший брат. Вы понимаете? Вот я ношу его всегда портрет на груди. Я беру всегда с него пример. Ему было 16 лет, а он поступил в Ташкентское пехотное училище, прибавив себе 1.5 года. Прошло 2 года, и 17.5 лет он оказался в самом пекле войны у города Даугавпилса. И вы представляете, 3 раза дивизия, в которой он воевал, попадала в окружение. Потом он был тяжело ранен. И вы представляете, 19 лет он был уже командир батальона. И не просто батальона, а штурмового батальона. 19 лет, вы представьте, уже и ранения и так дальше у него были. Дальше покажите. А вот это вот, вот,
Это моя первая учительница. Я про нее хочу отдельно рассказать. 1 сентября 41 года, мне уже 7 лет, моя бабушка, она была мне и за отца, и за мать, за всех. Я был сын колхоза, жил прямо в правлении. Она мне говорит: «Колька, вон школа, я вам показывал, где она, иди и учись». И я пошел в школу, часов не было, я, конечно, опоздал. Учительница Александра Дмитриевна, вот я ее никогда не забуду. Видите, даже здесь вот этот послевоенный снимок, она рядом с детьми. Она вышла из школы, встретила меня, взяла за руку. Она догадалась, кто я, и говорит: «Коля, пойдем вместе с тобой будем учиться». Действительно, мы учились вместе с учительницей. Мы все делали вместе с ней. Утром она приходила, когда на занятия она давала последнюю сводку с Аванфербюро. Рассказывала, как на фронте. Быстро проходили уроки, а потом мы вынуждены были работать вместе с ней. Школа была полностью на нашей работе. Мы привозили дрова, кизяки и так дальше. Были полы сами, печку топили сами. Все делали сами, и учительница все делала вместе с нами. Но мы еще и ходили в поле работать. Не только колоски собирать, но и полоть, и даже и пахать приходилось. Дальше покажите. А вот это сразу после войны. Я показываю. Значит, я написал стихотворение про это. Да, это не Париж, это моя родина, где все, от пашни до крыш, в детстве мною пройдено. Вот фургоны на быках, и бабы-скирдовальщицы, стальные вилы в их руках. Я тогда был мал еще, подрос, взял вилы тоже, пил лопату и топор, на жизнь военную похоже, и я боец с тех пор. Черновка, родина моя, и вся страна Россия, это все одна семья, и в этом наша сила. Теперь, когда под 90, сейчас, когда под 90, мое оружие слово объясняется все просто, теперь в строю снова. И с каждым годом все сильней, все, что в жизни пройдено, на батом памяти звучит во мне. Черновка, моя родина. Дальше, пожалуйста. Вот видите, я взял вилы в руки, но это был уже тяжелый 46-й год. Почему я говорю тяжелый? Он был не менее легкий, чем в войну. Не менее легкий был и 47-й год. Была страшная засуха. Был голод. Вы представляете, после войны и вот это вот все пережить, это все пережили простые наши люди. И не только пережили, но и работали, и родину хранили. Дальше, пожалуйста. Да, я забыл сказать. Моя учительница Александра Дмитриевна однажды на уроке нам говорит: «Ребята, какие вы хорошие, настоящие пионеры». А мы говорим: «А кто такие пионеры?» Она говорит: «А пионер – это всем ребятам пример. Хотите быть пионерами?» Мы говорим: «Конечно». Она: «Кто хочет быть пионером? Поднимите руку». Все как один подняли руку. Мы говорим: «А чем пионер отличается от непионера?» Она говорит: «Пионер, во-первых, пример для всех, во-вторых, у него красный галстук». Мы говорим: «А где галстуки?» Она опустила глаза и говорит: «Ребята, галстук я вам не могу дать. Денег в колхозе нет. Вы пионеры. Без галстуков, без значков, без всего. Мы были пионерами». Дальше покажите. А, вот. И вот смотрите. Значит, в 1964, отставить, в 1974 году, когда мне было 40 лет, я выступал в школе, и пионер-вожатый говорит: «Николай Григорьевич, а мы вам повяжем галстук, тот, который в войну не был повязан». И вы представляете, по ее просьбе
построили полк, построили пионерскую дружину, и мне повязали галстук. Вот плохо видно, вот здесь. Вот пионер-вожатая, а это стоит пионерская дружина. Вот. Дальше покажите. А теперь я бы хотел, чтобы вы прослушали песню про мою первую учительницу. Тут всего лишь два куплета. Прослушайте, пожалуйста. Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам. Звуки вальса плавные, мы вспомним годы славные, любимые и милые края. Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками учительница старая моя. Промчались зимы с веснами, давно мы стали взрослыми, но помним наши школьные деньки. Летят путями звездными, плывут морями грозными любимые твои ученики. Где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывают сыновья. Ты юность наша вечная, простая и сердечная. Учительница первая моя. В 2018 году я побывал в той деревне, где родился, пришел на могилу Александры Дмитриевны и на ее памятник повязал галстук, который сейчас там. Любите своих учителей, любите Родину, и всегда мы будем вместе. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Григорьевич, за ваши воспоминания. А мы приглашаем на сцену детский образцовый коллектив «Ступени». Руководитель Алехина Галина Ивановна. Порой имен, те, кто приняли смертный бой.
Никогда не понять того, что пережили те, кто воевал. Мы не знаем, что такое голод и вой пуль над головами. Дай Бог здоровья нашим ветеранам и низкий поклон им за мирное небо над головой. Счастья и здоровья вам, наши дорогие защитники. Мы вас любим и очень гордимся вами. Для вас поет солист творческого коллектива «Вдохновение» ДК «Косогорец». Юрий Драничкин и его авторская песня «Ветераны». Тот праздник победы желанный. Вот уже много лет, как не слышится грохот войны, но все так же позиций своих не сдают ветераны. Твои самые лучшие в мире, Россия, сыны. Со всем пацанами. Как хотелось вам жить, как хотелось мечтать и любить. Вы всегда и везде в нашей памяти будете с нами. Эту память в сердцах никогда никому не убить. Ветераны. Всех павших героев. Вспомним тех, кто отдал свою жизнь за родную страну. Вспомним тех, кто не грохнул когда-то перед грозной ордою. Кто геройски сражался в смертельном бою. Совершили.
что для нас вы смогли отстоять. Вы смогли отстоять. Вы смогли отстоять. А сейчас под ваши аплодисменты мы приглашаем подняться к нам участника Великой Отечественной войны. Михаила Андреевича Свинтицкого. Попрошу всех встать. Здравствуй, молодость! Здравствуй. Здравствуй, красота! Как я завидую вам, что вы живете в мирное время в такой прекрасной стране. Очень грустное настроение создали и фильмы, и предыдущие выступления, но действительно это говорит о том, какую тяжелую войну пережил наш народ. Какие тяжести и невзгоды пришлось пережить нам, участникам Великой Отечественной войны. Вот я тоже в свое время был юношей, но, к сожалению, моя юность прошла в войне. Я сам танкист, командир танка ТТ-4. Прошел войну от звонка до звонка. И был ранен, и горел, и тонул. Но все выдержал наш, как тогда говорили, советский и русский человек. Вспоминая о прошлом, я хочу вам, дорогие друзья, от всей души пожелать мирного неба над землей, большого счастья. Вы являетесь наследниками героического тульского народа. И надеюсь, что вы не посрамите своих отцов, дедушек и бабушек. И я уверен, что наше будущее в ваших руках, и вы доведете свои дела до того уровня, который требует от нас времени. Говоря о прошедшей войне, мы не можем сейчас забывать о том, что наша страна вынуждена, конечно, опять взять в руки оружие. Война – это самое отвратительное, самое неблагородное дело. Это ужас, трудности и горе, о котором невозможно рассказать словами. Поэтому я от всей души сочувствую и желаю успеха нашим ребятам, которые сейчас выполняют свой воинский долг. Я обратился к ним с письмом. Письмо, как говорят, дошло до адресата. И я очень горжусь тем, что хоть какую-то долю своего участия я принимаю в этой операции. Заканчивая свое небольшое выступление, я хочу вам пожелать здоровья. Хорошо учитесь, потому что учеба – залог всего. Мне пришлось учиться, будучи взрослым. После войны, придя с войны, ничего не умел. Окончил техникум с отличием. Окончил институт с отличием. И я считаю, что я выполнил свой долг перед страной. Воевал, учился, строил, создал семью, внуки, есть правнуки. Поэтому я желаю вам того же. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Андреевич. Специально для вас наш следующий музыкальный подарок. Детский образцовый коллектив «Ступени». Выходила на берег Катюша, на высокий
раздует. Пусть он слышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную. Сердцах. Это даже не память, а ген детей, внуков победителей той страшной войны. Он погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел прокопченные гарью и пылью. Тех, кто жить так хотел, души юные под небеса. Он погоны надел, он сказал: папа, я уже вырос. Моя мама тебя каждый день ждет с победой домой. Может, ты заболел, может, что-то худое случилось. Может, просто устал и прилег под разбитой броней. Сын офицера, так похож на отца, ему ли от чести не знать. Сын офицера, крепко маму обнял, кто же будет ее защищать? Приходил человек, он сказал, что ты к нам не вернешься. Что дорога домой пролегла сквозь горящий рубеж. Через ту высоту, высотою до самого солнца, приняла рота бой под звездою погасших надежд. Он погоны надел, белый свет стал ему цвета хаки. Он за креслом свой занял окоп и прикрыл ему тыл. Он кричал, он хрипел, он ходил в рукопашные драки. Сделал больше, чем мог, чтобы папа воскрес и ожил. Сын офицера, так похож на отца, и ему ли от чести не знать. Сын офицера, крепко маму обнял, кто же будет ее защищать? Сын офицера, он с пути не свернет, знает точно, пройдет до конца. Сын офицера, он погоны надел и в строю занял место отца. Сын офицера, он погоны надел и в строю занял место отца.
А сейчас мы приглашаем на сцену председателя общественной организации «Тула. Город-герой» Валерия Леонидовича Щербакова. Дорогие друзья, ровно год назад, 7 декабря прошлого года, вот этот памятник был открыт в присутствии делегации городов-героев. Где расположен этот памятник? Я думаю, если я спрошу, половина рук и сегодня не поднимется. Хотя мы уже много сделали, чтобы тулики узнали, где находится Рогожинский парк, что он ими носит имя Тульского рабочего полка, что погиб там комиссар Агеев, и 12-й трамвайчик довезет ровно до остановки Рогожинский парк. Вообще-то я чем больше живу, тем больше удивляюсь и убеждаюсь, что ничего случайного нет. Вот спросите, вот почему появился вот этот ролик про Лёшу? Почему, да? А потому что, когда началась специальная военная операция, мы ровно через месяц с ребятами, которые сейчас есть здесь, поехали в Чекалин. Потому что в тот день ему бы исполнилось 97 лет. Мы там провели большой урок мужества. И нам передали письмо поддержки участников специальной военной операции, потому что два выпускника этой школы, Руслан и Александр, уже воевали там. Совершенно не случайно здесь оказался Николай Григорьевич Шейн. Почему? Потому что уже много лет назад, лет 15, он мне принес одно маленькое военное письмо. Оно мне пролежало на столе 2 недели, пока я до него добрался. А когда я добрался, я уже не смог остановиться. И у нас получилась книжка, которая называется «Голоса из бессмертия». А в этом письме девочка-овесница вам, 15-летняя, писала на фронт своему папе. «Папа, мама за тебя молится, мы за тебя. Ты не переживай, не волнуйся, мы тебя ждем. Но когда приедешь, маму не ищи. Она вчера умерла, потому что на дом попала бомба. Она нас вот вытолкнула, сама завалилась». Потом она описывает длинное письмо, как ей тяжело, с младшим братиком. А в конце этого письма она говорит: «Папочка, мы тебя любим и обязательно дождемся. Ты приходи с победой, а я за тебя буду молиться вместо мамы». Понимаете, как все связано? А уважаемый наш Михаил Андреевич, как его зовут, дядя Миша, он же скромный, он же как под молодого все строится. А знаете, сколько ему лет? 99 с плюсиком. Поздравим давайте еще разочек. И я очень надеюсь, что мы обязательно отметим его столетний юбилей. А сейчас я от имени еще двух моих старших товарищей, и вы их знаете, и в книжках про них есть, что вы получили. Это Николай Владимирович Кульпов, это наш летчик, воевавший, летал вместе с Нормандией немок. И Мирошниченко Василий Маркович, это участник Сталинградской битвы. Вот они все три, это моя опора. И на сейчас, понимаете? Каждому под 100, но когда я прошу с тем, чтобы они приняли участие в мероприятии, я ни разу не слышал отказа. Вот 2 года назад, когда была пандемия, и вообще ни школьников никого не пускали, тем более ветеранов, вот они троем 22 июня пришли в парк центральный, к стеле, где бессмертный полк, провели митинг. Ну разве можно подвести, да?
Ну, теперь эта книжка. Вот она. Некоторым повезло. Получили здесь, некоторые получили раньше. Видите, она называется? Алёша. Вот этот мальчик, он меня вдохновил с тем, чтобы я задумался, а в каком виде рассказать ребятам и про прошлую войну, и про символы победы, и что нужно всячески поддерживать специальную военную операцию. Я когда посмотрел, кое-что знаю, и поездил по городам-героям, и увидел, что каждый второй памятник в нашей матушке России, посвященный Великой Отечественной войне, носит имя Алёша. Такой памятник стоит в Мурманске, 35-метровый, Мурманск, который не сдался, и немцы там не прошли. Такой памятник стоит в Болгарии. Знаете такую песню «Болгария, русский солдат». Потом посмотрел военные фильмы, военные стихи. Ну, там каждый второй герой – это Алёша. И так далее, и так далее. Значит, вы, наверное, знаете, кто поднимал знамя над Берлином. Ну, кто смелый, скажет фамилию, хоть одну. Так, слышу Егоров, слышу Кантарий. Дальше. И тишина. А самым главным-то был героем Алёша, Алексей Берест. Их командир, замполит. Он вместе с ними туда и поднимался. Понимаете? А про него забыли. Ему даже герой Советского Союза не дать. В этой книжке про это есть. И отец, сын у него Алёша был, и внук Алёша. И он погиб трагически, спасая девочку из-под электрички. В этой книжке очень много интересного найдете. Но завершая свой короткий рассказ, я скажу, что совершенно случайно я узнал про одного замечательного человека, который живет в Белоруссии. Зовут его Алексей Талай. Вы мало кто знаете, но кто-то уже видел и слышал его, потому что он в этом году 1 декабря приехал в Тулу. А знаете, почему приехал? Потому что он прочитал электронную версию этой книжки, а там про него написана целая страничка. И он приехал, а он инвалид. У него нет ни рук, ни ног. Совсем ничего нет. И он выжил в 99-м году, подорвавшись на мине, который в костре ребятки маленькие спрятали, хотели а он поехал к деду поздравлять Алексея с праздником. Вот рванул так, что от него ничего не осталось. 2 года лечился, и как феникс с того света, он возник снова, но уже с другой силой. Это человек, с которого берут пример не только в России, не только в Беларуси, во всем мире. И он был у нас. И мы сделали фильм. И этот фильм у нас есть на флешке. И в каждую школу мы обязательно его отправим. Значит, его фильм можно смотреть, не отрываясь. И получить такой заряд энергетики, мощности, силы духа. Он про все говорил. И про военную операцию, и как он ездит помогать тем, кто потерял руку, ногу, те, которые задумывают, что надо с этой жизнью кончать, что таким каликом жить. Он их всех приводил к пониманию, что и в этом образе, в таком состоянии тела надо иметь силу духа, чтобы жить и приносить пользу. И вот в конце нашей встречи, а это было в Дворце пионеров 1 декабря, он передал вот такую вещь. Это сборник эссе, 45 томов эссе. Белорусские дети писали, значит, о войне через судьбы своих родственников. Дедушек, бабушек, прабабушек. 45 томов. Вот она. И это он мне придал как эстафету. Говорит, а давайте сделайте, попробуйте нечто подобное у нас в России. А мы поможем, потому что у него фонд. И одно из дел недавних,
Он открыл памятник, который очень перекликается с теми делами, что мы делаем. Значит, памятник называется «Живая память благодарных поколений» и представляет из себя письмо, треуголка, а из земли растет новое дерево, которое это письмо прорывает. И он сам объяснил суть этого памятника, что на этот памятник собирали денежки со всей Белоруссии. Медные, железные денежки советского периода. Вот эти копейки. И кто принес, а принесли хватило на памятник, значит, с тем, чтобы дети этих детей, внуки этих детей приходили к этому памятнику и говорили: будьте достойны ваших отцов и прадедов. Поэтому я рад, что у нас регулярно проходят мероприятия в этом зале. Вы очень внимательно слушаете. Это значит, вы проникаетесь своим сердцем, своей душой, что не надо думать только про себя. Не надо только думать, куда поехать за границу. Надо думать про свою родину. И вот у нас сейчас, когда мы видим по телевизору много чего страшного, когда рушатся памятники, крушат, сносят все подряд, и, как говорится, в Западной Европе и в бывших союзных республиках, и памятники Великой Отечественной войны, и Екатерину, и Пушкина, всех подряд, она осаждает своих неонацистских лидеров, Бандеру, Шухевича и все прочее. И вы, наверное, обратили внимание, что в этом году восстановлен памятник Саур-могила, да? Идут рядом бои, надо бы чем-то другим заниматься, а посчитали, что это не менее важно. В Краснодоне восстановлен памятник героям-краснодонцам. И много чего. И у нас много чего делается. И я надеюсь, что вот к этому памятнику мне не удалось сходить, который мы показывали на заставке, памятник Тульскому рабочему полку. Завтра мы возложим цветы. Потому что сегодня мне не было времени сходить. А другие как-то забыли. Ну, наверное, слишком много памятников, слишком много мероприятий. Но так не должно быть. Если кто-то ушел, ну там же есть школы, школьники, которые ходили на мероприятия постоянно туда. И никого. Это плохо. Но не смертельно. После нашей с вами встречи, я думаю, многие ребята захотят сходить в Рогожинский парк, посмотреть, где проходил передний край обороны, и возложить цветы. Спасибо большое. Спасибо вам, Валерий Леонидович, за ваше выступление. Выступает солист творческого коллектива «Вдохновение» ДК «Косоголец». Юрий Драничкин. Детство на часок.
и мамин голос слышал, очень нежный. Родина, любимая Россия, Родина, бескрайние поля, Родина, и птицы в небе синие, милая, любимая, священная земля. Сквозь все невзгоды ты вела нас, вдохновляя. Я за тебя, Россия, жизнь свою отдам. И я пою тебе, влюбляясь и мечтая. За прекрасные песни, которые вы сегодня исполнили на сцене. Дорогие друзья, сегодня вы станете свидетелями премьеры песни. Но мы хотим, чтобы вы были не только зрителями, но еще и исполнителями. Припев песни будет выведен на экран, и вы сможете ее исполнить вместе с нашими музыкантами. Лауреатами международного конкурса, ансамблем «Легенда» в составе музыкальный руководитель Вадим Бодолев, аккордеон, Константин Соломатин, балалайка, Денис Агафонов, контрабас и Сергей Чекунов, ударные. Музыка Виктора Свиньковского, слова Валерия Щербакова, «Тульская неприступная» исполняет заслуженный артист Российской Федерации Геннадий Шурев. И вы, уважаемые зрители. Засучив рукава, молотом сыграем, нам не любо брат.
будет всегда матушка Россия, источником сил добра и красоты. Русские мы, и в правде наша сила, и нашей дружбы не взорвать мосты. А мы тулики окать не желаем, а нас туликов к стенке не прижать, засучив рукава, молотом сыграем. Нам не любо, братцы, отступать, а мы тулики охать не желаем, а нас туликов стенки не прижать, засучив рукава, молотом сыграем. Нам не любо, братцы, отступать. Дорогие друзья, на этом наше мероприятие подходит к финалу. Здоровья вам, мира и всего самого наилучшего! Но, несмотря на все трудности, наша жизнь продолжается. И сейчас Тула претендует за звание молодежной столицы России 2023. Мы предлагаем всем, кто еще не проголосовал за наш родной город, сделать это сейчас с помощью QR-кода. Тучи грозовые облака, а на териком на кручах залегли, кличут трубы молодого казака, пыль седая стала облаком вдали. Кличут трубы молодого казака, пыль седая стала облаком вдали. Оседлаю я горячего коня, крепко сумой приторочу перемет. Стань, казачка молодая, у плетня, проводи меня до солнышка в поход. Стань, казачка молодая, у плетня, проводи меня до солнышка в поход. За терека реки, под копытами дороженька дрожит, едут песни молодые казаки, в Красной армии республики служить. Едут песни молодые казаки, в Красной армии республики служить. Газыри лежат рядами на груди, алым пламенем свергают баштаки. Красный маршал Ворошилов, погляди на казачьи богатырские полки. Красный маршал Ворошилов, погляди на казачьи богатырские полки. Оседлаю я горячего коня, крепко сумы приторочу в перемет. Стань, казачка молодая, у плетня, проводи меня до солнышка в поход. Стань, казачка молодая, у плетня, проводи меня до солнышка поход.